Hello, ребят, с вами снова Олег Огненный, и мы продолжаем прохождение игры Destiny 2. Ну что ж, в прошлой серии... Прошу прощения за прошлую серию, она оборвалась очень-очень неудачно для меня, но вырезать этот элемент или как-то что-то делать по-другому я просто, просто не смог бы. Поэтому я оставил, как мы прошли Утопию. После я прошел две миссии, достаточно долгих, я их проходил около 50 минут. Они были очень долгие, но... В основном ничего не значили, там был какой-то ритуал с бессмертным у Улья, и также я еще что-то там еще делал с падшими, уже и забыл, если честно, не могу вспомнить. Но, как говорится, эти миссии не были какими-то главными, они вообще никак не влияли на наш сюжет. И наш сюжет следующий, нам нужно отправиться на Несс, край артефакта, Аркадианская долина, отправляемся на... Эту странную планету. Ну, по крайней мере, видно, что это планета. Хотя говорил, что это был астероид, метеорит или что-то еще. Ну, сейчас нам все расскажут, что это. Поехали! Вперед! Запускаем двигатели. 3, 2, 1. А, нет. Что запускать двигатели? Я же уже на Нессе. Командор Завала хочет снова объединить авангард. Пока он готовит нападение на Всемогущий, мы найдем Кейда и Икору. К счастью, мы поймали сигнал, посланный призраком Кейда. Он исходит из кентавра Несс. Странно. Кентавры — это же просто большие булыжники на окраине Солнечной системы. Там ничего не должно быть. Назвал кентавр булыжником, при том, что это сама планета. Очень интересно, да, называть? Ну, неплохая планета, раз здесь даже растительность есть. Ничего странные... Какие-то возведенные постройки. Очень-очень интересные. А мы думали, здесь ничего нет. Во-во. А здесь есть повыше, все. Чтобы вычислить местонахождение Кейда. Ну что ж, вот наш благородный Страж Титан. И мы продолжаем. Только сейчас кое-что сделаю быстренько. Ну, точнее, дождусь, пока загрузочка пройдет, да. И уже более-менее мы начнем с вами играть. Ага. Это буквально вот, все. Ну что ж, в петле. Наша задача какая? Вообще, какая наша задача? Поехали, отслеживаю сигнал Кейда. Давай. Кажется, поймал. Я по горло. Ловушки вексов! Нейроматрица! Ловушка вексов? Во что нас втянул Кейт на этот раз? Вот хрен знает, что-то ты скажи лучше, что делать. Кейда в космос. Если мы найдем это что-то, мы найдем и Кейда. Ну что ж, наше задание — найти Кейда. А куда идти-то? Вниз. А, это, так сказать, лифт, да? Я так понимаю. Классный лифт. Очень классный. Ну что ж. Куда отправимся? Я думаю, туда не стоит падать, да? Потому что... Уж слишком там глубоко. И почти ничего нету. Ну ладно, побежали за Кейдом. Раз нам надо его найти, то тогда мы его найдем. Угу. Ага, звездолёт брошенный и разрушенный. И я слышу, как кто-то бегает рядом, как будто какое-то существо. Нет, это камень. Вот опять. Сигнал идет из обломков корабля. Получается, он улетел, когда Красный Легион захватил территорию. Но он улетел что-то слишком далеко, не кажется вам, а? Давай, поднимаемся. Ага. Так. Может, нам хоть чуть-чуть расскажут, да, этот, как сказать, историю. Чё за такая штука, где у нас построена куча? Да. Ой, ты не Кейт. Экзокейт 6 в данный момент находится в цепи порталов. Он там. Ой, а теперь там. Ой. Чё происходит? Всё время? Усложняет нам задачу. Я могу помочь. Но буду при этом настоящей врединой. Да ладно. Извини. Что? Я послала вам его новые координаты. Вопреки здравому смыслу.
Странная бабёха. Ладно, поплыли, побежали. Мне больше всего волнуют вот эти вот камни, в тот же момент какие-то странные устройства, я даже не знаю, но это создано кем-то. Чем еще я могу помочь? Ну, расскажи что-нибудь. Слушай, ты в порядке? Ты как-то странно себя ведешь. Я нейроматрица корабля «Черный исход». Зовите меня Нейро. Я усилила сигнал Экзокейда 6, что чтобы это? Его спасли. И вот, вы его приняли. А, я понял. Она искусственный интеллект. Причем неисправный. Я слышала. Молодец, Нейро. Вот правда, что вот это вот за штуки такие? Капец, столько всего этого. Неосознанного, неопознанного. Кентавры, это же просто здоровенные ледышки. Вот. Как такое могло получиться? Согласен. Роботоподобные инопланетные существа, вексы, достигли 92,14% конвертации НСА. То есть какая-то... значит, здесь живет какая-то раса инопланетных роботов. Ну хорошо, нам куда? Давайте тогда... Ну, более-менее как-то так это, спокойненько, да, спрыгнем. А то уж я хотел прыгать, а тут можно вон спуститься. Лесенку сделали. Умные же роботы. Умные. А мы по старинке. Что здесь у нас? Да вроде пока никого не видно. Но почему эти штуки сразу... Этот, роботы-то агрессивные. Мы же не захватываем их планету. Она нам не нужна. Ясное дело. Я так понимаю, ресурсов здесь каких-то тоже особенных нету. Титана, что он в экзокостюме, он может дышать, все тому подобное. Неизвестно, какая здесь вообще. Ого, это роботы? Серьезно? Нет, это Кейт. Это Кейт. Здесь кто-то есть? Не спрашивай меня, как это случилось. Мне некогда объяснять то, что я сам не понимаю. Давай, мать. Или вексы вас испепелят. Да за что? Что я сделал-то? Гоблин. Ну, согласен, похож он на гоблина немного. Но за что меня уничтожать? Что я такого им сделал? Вот это не по... Ёперный цвет. Ты чё, гадёныш? Ну-ка, иди-ка сюда. Минус. Ставить. Так. Ух, ёпперный театр. Так, Минотавр. Это что еще за древнегреческие эти термины, а? Он хотел посражаться в ближнем бою, что ли? Ему же нет равных против меня. Интересно. Еще один. Ой, хорош. Неплохо. Тихо. Так. Надо с ним поболтать будет потом. Ну, попробовать, по крайней мере, поболтать. Шумиха, револьвер. Что надо сделать-то? Найти Кейда. Но они очень интересно нападают все время вперед, то есть... Ули хотя бы прятался. Там этот как-то пытался этот. Ну, как-то более-менее действовать осторожно. А эти просто идут и бьют. То есть, ну, такой протокол у них и все. Интересно. Слушай, Нейро, так что здесь произошло? Кейт-6 пытался управлять телепортационной системой Векса. Теперь он застрял в нелинейной цепи порталов. Свою защиту скажу, я предупреждала. Ясное дело. Не очень умен.
Да, дела у нас неважные. Она мне нравится. Она мне определенно нравится. Так, перезарядим все наше оружие. Надо побольше пользоваться снайперской винтовкой или каким-нибудь еще вооружением. Было бы, был бы хороший дробовик, было бы классно. Так, ну вроде бы все нормально, более-менее. Так, затонувшая пещера. Ладно, ищем этого и Кейда. Ты здесь болтаешься? Так давно, что видела, как Вексы захватили астероид, уничтожили на нем все живое, переформатировали молекулы и оцифровали мозговые волны для дальнейшего изучения. Увлекательное зрелище. Охренеть. Что-то она этому слишком сильно радуется. Ну это одно. А это что такое? Ёперный театр. Ладно, спускаемся. Ядро? Серьезно, ядро планеты? Вот это интересно. Как называется-то? А, затонувшая пещера. Так, нам нужно... Так. Вот так. Ну да, это ядро планеты, я так понимаю. Ну что-то слишком близко оно находится к поверхности, если честно. Хоп, гоблин, блин. Охренеть, они прибывают еще. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ой, как их много там, а? Где минотавр-то, блин, чертов? Так. Так, хорошо. Еще. Вы еще хорошо противники. Сражаетесь с Вексами. Да, вообще охеренный. Я уже боюсь спросить, Нейра, но... Что стало с экипажем Черного Исхода? Только у капитана есть доступ к этому блоку памяти. А он сдох. Я хочу ее себе! Я хочу ее себе! С ее чувством юмора и с той, так сказать, получается, тем опытом одиночества, как искусственный интеллект, она будет суперской. Он сдох. Я понимаю, шутка борода, ничего страшного. То есть ничего может быть смешного. Ох, ёперный театр. Я же назад, я же должен управлять как-то собой. Так, ну что, побежали. Так, давайте-ка, ладно, так уж. А то я уж хотел этот в залп. Чуть не упал опять. Ну, то есть, за раз перепрыгнуть. Отлично. А, это что у нас такое? О, блин. Вот так не говори, что эти штуки телепортируют меня. Что эти штуки могут как-то нас... Могут меня как-то телепортировать. Тихо-тихо-тихо. Ну просто они так похожи. Как будто бы она должна нас телепортировать или что-то еще. Давайте не забывать нажимать на кнопочку Tab, чтобы найти, может, какие-нибудь интересные элементы сможем найти. Вот не любят они вот здесь-то разговаривать вообще. То есть, например, я понимаю, да, что иногда в каких-то играх это бесит, где крутой экшен и все такое. Но здесь нет такого сильного экшена. А если экшен этот и есть, то он находит... То он... Ясное дело, в определенные моменты. Не все же время. Мы идем, все, как будто бы сразу там напали. Но они должны поговорить, было бы неплохо. Экзокейт 6 за этими воротами Вексов. Проходите через них. А мы не застрянем, как Кейт? Нет-нет. Мой модуль оценки ситуации надежнее, чем у Экзокейда. Ага.
Ну ладно. Но нейроматрицу я хочу забрать себе. Она мне очень нравится. Так. Отлично. Заходим. Твою мать! Мы прошли. Мы целы. Мы крутые. Конечно. Экзокейт 6 уже недалеко. Угу. Ладненько, ладненько, ладненько. Так. Тихо. Кейт, где ты, мать твою, а? Тихо. А то сейчас опять упаду, блин, вообще будет круто. Ну, в смысле опять, просто упаду и все, капец будет. Так, бежим, 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 бежим. Вниз, серьезно? А, ну да, мы уже были в таком телепорте, да, то есть более-менее. Лифт, лифт, телепорт, господи. Кейт, как его спасти? Эй, ты, вытащи меня отсюда! Да блин, а как? А это что? Ты такой... Гидра, что ли? Ёб твою мать! Не, сначала она, потом уж я. Ага. Собака. Она отбила мой... Отлично, так, вот это вот щит мне не нравится. Куда пропала? Слышь ты? А как вообще называется-то? Я не посмотрел. Так, не твою так. Мать. Так, осталось еще чуть-чуть. Так, есть. Так, дайте туда гранату бросим, они сами сдохнут, я надеюсь. Так, ага. Ё-моё. Было страшно. Сука. Собака сутулая. Оп, гоблин еще там. Покажи, покажи свою мордашечку, а? Ну давай, ну что тебе стоит? Ну что там, она мертва? Еще как мертва. Боюсь, меня сейчас тошнит. Молодец. Теперь бегом сюда, пока я не исчез. Давай, давай. Это не я, честно. Блин, классная серия. Ну нет, нейро я сделала. Колоис великанов. Ну, не знаю, как долго продержится портал. Кейт, да как ты? Стоп. Слушайте, короче, не думайте, что я не знаю, что делаю. Я знаю, ну, может и нет, неважно. Если вы отрубите источник энергии, цепь порталов разорвется, я отсюда выберусь. Вы поняли? Повторите. Говорите! Ладно, я скажу. Мы поняли, Кейт. Стоп, вы слушали, что я сказал? Вот почему никто не любит выпускать его из башни. Че-то она меня сегодня вштыривает, эта серия. Прям вообще. Ну, Кейт, это ясное дело, это сам по себе персонаж комический, то есть он был понятно. Че делать? Я ничего не сделал, честно. Мы куда-то отправляемся, наверное, в другую часть астероида. Ой, планета получается, да? Давайте, вперед, вперед. Будет интересно, наверное. Вот, в такие моменты нужно разговаривать. Рассказать то-то, сё-то, да, например, вот все же эту планету. Там, просканировать ее. Что эти за роботы? Кваксы, раксы. По-моему, кваксы как-то. Как-то она с буква К точно присутствовала, поэтому достаточно этот важно. Вот, и все же, то есть вот такой вот момент он должен быть. Мы должны более-менее как-то понимать. Ой, мониторчик грязный. Но не хотят. Опа. А, ну все, мы попали. То есть новая миссия. 6. Резервуар. Несс. Биться. Ну все, то есть да. Теперь Несс у нас как... Кейт застрял в системе порталов Вексов. Поможешь найти источник энергии, чтобы его вытащить? Ах да, если найти телепорт Вексов, который использовал Экзокейт, то можно будет отключить портал и освободить его. Я покажу. Хорошо, значит, нам надо найти телепорт и отключить его. Легко. Да вообще, без Б. Ну что ж, да, вы можете заметить, что здесь уже появляется, да, персонаж, то есть, как говорится, тут тоже есть, наверное, какие-то свои эти... как называется-то, господи...
задания, может быть, какие-то есть там секретики и тому подобное. Мы будем их искать. Ну как мы будем? Я буду их искать, если что. Тут вон и падши, оказывается, попались. Откуда они только взялись, а? Непонятно. Я почему сражаюсь? Мне нужно добить 20 уровень. Потом бы я бы слетал быстренько, получил пару вещей новеньких и... ну и дальше мы продолжали бы играть. Ну что ж, побежали. Побежали. Что же нам даст это задание под номером 6? Так, 6. Освободить Кейда. Да-да-да, все. И потом Кейд будет нами командовать. Ну, как команду, то есть будет нам предлагать то-то, то-то сделать, все-то сделать. До сюда я не доходил. Что это за гадость? Бассейн озарения. Мозговая жидкость Вексов. Ага. Это органическое вещество. Значит, Вексы только наполовину роботы. Ну, я так и думал, что эта штука будет меня бить. Хорошо, Вексы наполовину робота, это робота, это уже хорошо. Тихо. Но, значит, нет, роботов, значит, они создали. Или они сами себя реально создали. Это классно, конечно, когда сам себя создаешь и все такое, но... Почему он течет, как будто бы это вода? Это прям очень-очень странно, как по мне, если честно. Капец. Мозговая жидкость наносит нам урон. Ё-моё. Ба. Ба. Она сказала, что Вексы напали на Несс и уничтожили всю органическую живность. Значит, здесь были живые какие-то представители. Ох-ох-ох-ох-ох. Они не сложных, просто капец много. Вылези, голубушка, ну вылези. Хорошо. Вылезли. Так, прекрасно, дальше. Кейда занесло на Несс. Я знаю как. Во-первых, хватит подслушивать. А во-вторых, и какой же ответ? Призрак, ты дебил. Он просил никому не говорить. Призрак, вот ты реально дебил. Ты вот спрашиваешь, но смысл... задавать риторические вопросы, они мне нафиг не нужны. Они как бы у меня тоже есть. А Нейрос может нам ответить на этот вопрос. Возрождение ограничено. Я думаю, Кейт специально сюда отправился, наверное, за вот это, как раз вот этой телепортационной системой. Ну, офигеть, конечно. Странно все так. Внимание, обнаружена угроза Вексов. Они блокируют вам путь к телепорту Экзокейда. Придется их уничтожить. Фанатик? Это еще слабее, чем гоблины? Интересно. Они слабее, чем гоблины. И они взрываются. Ясно. Еще оставляют после себя какой-то электрический след. Ну, капец. Да, лучше убить фанатика и тем самым расправишься, ну, с ближайшими противниками. Твою мать. Вылез, гад. Так, дальше. Их просто много. Они не сильны и тупые, но их просто много. Моего барьера хватает на половину зарядки моего барьера. Это очень хорошо, если честно. Потому что, ну, удобно вот сидеть. Жалко, что он не пополняется. Ай-яй-яй-яй. Опять фанатики. Хоп, гоблины поперлись. Чего приперлись, непонятно. Ай-ё! Патроны кончились.
Капец, их много, потому что у меня аж патроны кончаются. Это как так-то, а? Опа, кончились. Я, конечно, подберу, но это все, да, вот для моего оружия, имеется в виду. Второго, но не первого. Но не первого. Отстань. Выжил. Отлично, левел ап 20. Теперь, чтобы повысить уровень, я должен, так сказать, купить дополнение. Ну, я докуплю дополнение, но чуть позже. А уровни набрать тут, как вы понимаете, видите, достаточно легко. Там в горнило походи уже, блин. Сколько-то уровней? Уровень 5 набрал, да? Так, хорошо. Появились оружие. Есть еще. По карте никого. Я думала, и так вроде бы все. Уничтожение вексов поможет мне отвлечься от тоски по моему капитану экипажу. Скучаешь? Помогло? Нет. Ну вот, нейра, бедняжечка. Что теперь? Где этот портал-то, господи? Капец. Чем туда-сюда пришли? Просто что уж пострелять и получить 20 уровень, ну и конечно хорошо, но толку-то. Ой-ой-ой, ладно-ка, бежим, бежим, бежим. Это и есть телепорт вексов? Да, он понадобится Кейду 6. Возьми его. Отключить и забрать. Вот тебе железяка! Я снова свободен! Ура! Кейд, ты где? Эй, ты это сделал! Ты меня освободил! Где это я? А где ты? Экзокейт, вы находитесь рядом с останками моего ядра реактора. Добро пожаловать на Черный Исход. О, как. Место, где сбываются мечты. А то. Найти Кейда. Ну, пошли. Вижу, ты познакомился с моими друзьями. Нейра и ее злой двойник. Нейра. Какая из них злая? Если бы у меня были чувства, я бы обиделась. Подожди, я же не туда бегу. Да твою мать! Зато классно летаем. Нейра и ее ужасный двойник. Да. Зато посмотрели, как летаем. Это тоже достаточно классно, да? Я думаю. Ну что ж, ладно, бежим. Нейра и ее злобный двойник Нейра. Я так и назову эту серию. Нет, Нейра сделала всю эту серию. Она просто божественна. Она божественна. Давай, давай, давай. Где она? Куда бежит-то, господи? О, далековато. О-о, падшие задали вексам жару. Ну, в смысле, устроили резню. Я спрячусь на Черном Исходе. Но мой корпус разорвало на 108 частей. 20 палуб в земле. А система ничего охлаждения... себе. А, и крыша съехала. Мы знаем, Нейра. Мы знаем. А, значит, Черный Исход... Вы видели? Я хочу туда. Угроза вторжения. А, здесь ничего нету, да? Да, я это... Это... Экзокей? Неверно. То есть, верно. Но из-за вас ко мне идет целая толпа падших. Ну вот. Черт подери, Нейра, в меня стреляют! Рекомендую не попадать под пули. Господи, что происходит? Я же ничего особенного она не говорит. Обычные вещи. Не смешно. Интересно, значит, Черный Исход это не маленький корабль, а охренеть, какой огромный корабль. Да, вот он, Черный Исход. Надо почитать будет тоже все. Я говорю, миллион серий тут читай, как говорится. Что там происходит, взрывы какие-то. Я просто хотел, чтобы вексы и падшие переубивали друг дружку. Тогда ты но... все пропусти. Кто победили? Это очень большой векс. Ух, ё. Тогда мы должны его снять. Пока он нам... Чё ты смотришь на меня? Смотрите, я его выстрел сразу смотрит. В башку ему бесполезно стрелять, я смотрю, да? Ну-ка, давайте-ка в брюхо. Да.
Ого. Было бы прикольно, если он сейчас такой хоп и сзади меня очутился. Вот бы я охренел, а. Наложил штаны, это факт. Почему они все умеют телепортироваться, а я нет? Это нечестно, по сути. Она не понимает, что происходит, да, я так, так думаю. Ай. Так, хорошо. Минус эта штука, которая будет, была, мешала бы. Неплохо. Ну ладно, они сражаются. А за что они сражаются? Просто что ли за территорию? Это глупо же. Сражаться тупо за территорию, конечно, да. Ладно, пойдемте и будем уничтожать по мере продвижения всех. Но того робота я хочу уничтожить. Ох, йо, гоблины. Почему гоблины? Они же не сильно похожи на них. А, вот он. Так, кончились патроны. Я, значит, вам помогаю уничтожить большого робота, а вы в меня стреляете? Отстань от меня. Вот что-то громко для меня в ушах. Так. Давайте разнесем пока гоблинов. Хотя далековато, блин, урон капец слабенький. Потому что далеко. Что, стоять, смотреть? У меня есть суперзаряд, конечно, хорошо. Ух-ё. В самый нужный момент закончились. А, ты в меня стрелять собралась? Акантос, владыка врат. У меня боеприпасы кончились для тебя, Акантос. Минотавр еще тут. Так, как он снова удрал. Ну как удрал, поменял, да, местоположение. Ладно, давайте снимем этих вандалов. Угу. Так, хорошо. Так, это труп. Я тебе помог, а ты меня убивать. У тебя даже вообще никакой благодарности есть. Правда, настоящий робот, который ничего не могут. О, они этот, они даже с собой эту притащили, настоящую, этот танк целый, молодцы. Чё смотришь на меня? Давно не получал, что ли? Так, дальше. Это существо надо валить, это факт. Мне бы... И мне бы лучше, наверное, с этой штучки, потому что она побольше нанесет урона. Ну, по крайней мере, я так считаю. Кончилось этот. Так. Ну, капец, все боеприпасы закончились. Ну, как сказать, не то, что закончились, а просто этот. Я бы то, что хотел стрелять. Так, так, отступим, отступим. Во что я уперся, блин, тупой танк век этот, падших. Так. Ну-ка, так, давайте патрончиков собираем и заберем нашу синюю вещичку. Может, что-нибудь хорошее даст, да? Хотя было бы неплохо, если был уникальный револьвер энергетический. Хорошо, хорошо, револьвер так револьвер. Хотя я хотел бы другое что-то. Харыный, дай тебе брюхо это. Я ему присак пробиваю. Да, по 66 больше. Хотя урон, я думаю, вот от этого был бы просто быстрее. Потому что, видишь, 49. Умножай на 3. 130 с лишним. Даже 147 единиц урона сразу. Привратник повержен. Держись, Кейт. Мы идем. Это хорошо, потому что падшие уже здесь. Активирую защитное поле. Экзокейт 6, встаньте в защиту. Отличная работа, Нейра. Теперь падшие до нас не доберутся. Правда же? Они не смогут до нас. Ёперный театр, а?
Да, смогут, а если смогут, ты должен Кейта уничтожить. Ты же все-таки страж, мать твою. По сути, я так думал, он страж. Разве нет? Он не страж? Да, большой корабль у них, вы посмотрите-ка. Так, перезарядка. Полная перезарядка. Так. Ага, все прекрасно, побежали. Советую поторопиться. Кажется, они только что сказали, что хотят оторвать мой рог. Мой прекрасный, замечательный рог. Зачем твой рог? Ё-моё! Да это мы! Угроза вторжения, угроза вторжения. Призрак, не этот. Ну-ка не ругайся на Нейру, она самая крутая. Чё сказал? Где он там? Он что-то, видите, прокричал, пока я убил. Минус. Где он? Ёперный театр, вы что, издеваетесь, что ли? А чё ещё не больше-то? Ух, ну туда, конечно, надо этот зарядом залетать. Вот так вот. Чё ты вахахакаешь? Это я должен вахахакать. Твою мать, у меня кончился заряд. И я... Так, назад. Передислоцируемся. Ага. Где он? Куда делся опять? Хёперный театр. Чуть дальше-то не мог еще убежать. Трус. Сыкло, блин. Бич легиона. Это еще. А, жестянки это, да. Ладно, хоть взрывающихся нету. Окей, а идти-то куда? Подавить силы еще. Охренеть, блин. Я еще должен все силы уничтожать. Кейт, ты какой-то этот, бесполезный, если честно. Я смеюсь над Эзиром. Чё он говорит? Так, перезарядка. Отставить. Так. Куда сбежишь на этот раз? Он не сильно меня защищал, тот щит. Ту штуку, наверное, можно просканировать. Отлично. Минус. О, патчи что-то выронили. Ёб твою мать. Чё у вас так мало-то? Ну-ка забираем и валим. Ох, ё-моё. Да это обжигающая пушка. Вещь классная. Не уверен, эту штуку скоро можно просканировать. Она же не просто так стоит.
Я же говорю. Смотрим. Подбираем пушку. Что нам расскажешь? Падши установили этот терминал, чтобы получить доступ к системе безопасности черного исхода. Я бы им сразу сказал, что это не сработает. Думаю, нейроматрица вслась с ними позабавилась. Поугарал над ним, да? Ладно, побежали с нашей пушечкой. Эта пушка очень хороша. Она в одной из миссий, ежедневных миссий, которые там, ну, называются, да? Она вообще вот эти танки выносит, как нифиг делать. Задолбал. Сзади нет. Так, еще патроны. Первичная осада. Вы нас спасли. Обновляю список экипажа. Угу. Типа это, да? Так, винтовка разведчика, револьвер. Винтовку берем, револьвер пока что оставлю. Это бесполезно. Угу. Так, ракетная установка, хорошо. Здесь револьвер, нет. Вот так вот, да. Хорошо, побежали. Новый капитан подтвержден. Добро пожаловать, капитан. Вау, капитан. Ну-ка расскажи, что случилось с экипажем. Давай. Давай, родная моя красавица. Я обожаю Нейру. Вот эй, она. Не высовывайся. А-а-а. Значит, это правда. Ребят, не я, честно. Позволь спросить, зачем тебе телепорт Вексов? Подобраться близко к Гоу, пальнуть ему в башку, потом слопать бутер. Разобраться в этой штуке. Любопытный факт о технике Вексов. Она мудренее, чем кажется. Кейт, это не сделать одному. С чего это? Ну, убьешь ты Гоула. Когда Красный Легион покидает систему, победа ли, поражение, они все уничтожают. Кабал — злодеи, которые творят зло. Ага, я понял. Извини, но я тебе не верю. Кабал не оставляют за собой абсолютно ничего. У них оружие, способное уничтожать звезды. И оно нацелено на наше солнце. Эй, тише. Схемы перегорят. У Завала есть план. Ты ему нужен, Кейт. Ага, Завала всегда говорит, что у него план. А сам просто... Стоп. Завала сказал, что я ему нужен? Вы понятно. Своими глазами видели, как он говорил эти слова? Да, видели. Скажите мне, что у вас есть запись. Но хоть Егора это слышала? Вообще-то, она пропала после падения города. Мы не знаем, где она. О чем говорит? Это проблемы озвучки, это не мои проблемы. Знаете, что мы сейчас сделаем с вами? Он, наверное, сказал, я подумаю и все такое. Мы сейчас попробуем. Там ролик. Вот можно смотреть ролики. Это как раз ролик. Мы включим субтитры, по-моему, субтитры здесь есть. И если что, но это. Это не меня проблема, то есть вы же слышали, это проблема что-то в игре, надо этот посмотреть. Было бы неплохо еще разработчикам сказать, что у них какие-то проблемы со звуком именно вот в этой части. Хотя, может, они знают, ну, просто пока не доросли руки и так далее, и так далее. Но это проблема. А может быть, из-за того, что вышло вот обновление Гамбит, да, плюс еще вот это вот на Марсе, там, что-то с ледником связано, тоже как бы проблема, да? Давайте-ка мы это... Так, настройки. Так, по игре... Загрузка завершена. Обращение к блоку данных криптархии 107-1. Призраки и стражи. О. Надо же. Значит, они все мертвы? Любопытно. Так, где у меня графика? Нет, звук. Игра. Раньше было ведь. Как его? Ну ладно.
Нет, раньше же ведь были субтитры. Мы ведь начинали с этого. Помните, да, субтитры были? Так, управление. Ничего нету. Привязка. Выбор силового оружия. Нет, 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 нет. Графика. Ну, это либо в звуке. Вот, то есть... Голосовой чат, но он мне не нужен. Режим рации, нажмите. Голосовой канал команд тоже. Либо в игре. Цвет, шлем. Текущий процесс. Время работы активных систем черного исхода зафиксировано. Нет, процесс нет, жалко. Продолжается. Здравствуй, Нейра. Привет. Должно быть, вы друг Кейда. Я Нейроматрица. Рада, что нам удалось встретиться лично. Я знаю, что вы отправляетесь на Ио. Если вернетесь... Буду рада помочь с исследованием вексов. Можно их обокрасть. Это шутка. Красть плохо. Как правило. Но вексы — это же инопланетные чудовища-роботы. Стандартная мораль к ним неприменима. Это не убийство, они же роботы. Пожалуйста, приходите еще. Все, кого я когда-либо знала, мертвы, а их кости рассыпались в прах. Мне очень одиноко. Ну а что, неплохо. Ну, я говорю, она классненькая-классненькая. Вот тоже можем за это получить анаграмму, да? Осторожней, капитан. За ее фракцию. Ага. Так. Ё-моё, три задания. 6, 7. Вы чё, ребят, издеваетесь, что ли? Кейда тревожит таинственное сообщение, призывающее Красный Легион в далекий уголок Несса. Помогите Нейроматрице отыскать двух давно пропавших членов ее экипажа до сверхспособности. Узел Аркадианская долина. Редкое снаряжение. Похоже, вексы ловят падших, и Нейроматрица хочет это остановить. Время работы активных систем черного исхода зафиксировано. Нейроматрица засекла технологию вексов, которая может привести к созданию неразрушимых барьеров. У Нейроматрицы есть план, как получить данных вексов, но ей требуется помощь призракам. У призрака есть план подключиться к ядру Несса, но ему требуется помощь Нейроматрицы. Патчи готовятся открыть главный сервер Нейроматрицы, но будут на борту черного исхода. Ну, то есть, да, вот, то есть, достаточно много. Мы можем, конечно, перемещаться. Так, пункты назначения. Но главное задание у нас в другом. Я так понимаю, да, вот, спутник Ио. Даже после паломничества на Ио у Икора осталось много вопросов, и она никуда не уйдет, пока не получит ответы. Но... Это, конечно же, тоже хорошо, но мы должны с вами, ребята, конечно, выполнить вот эти вот все задания, потому что они, ну, они немножко помогут нам с ответами на вопросы, может, какие-то даже интересные моменты найдем. Ну что ж, так, причем пробуждение силы у нас еще 32%. Ну что ж, ребята, ладненько, хорошо, давайте на сегодня на этом с вами закончим. Серия была очень классная, очень веселая, по-моему, так сказать, элементу, поэтому было очень здорово, очень классно. Спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, дизлайки. С вами был Олег Огненный, это игра Destiny 2, наша новая подруга. Так, наша новая подруга Нейроматрица и ее темная сторона Нейра. Ну что ж, всем спасибо, пока-пока.